осталось рядок да петелька. Надо к Зорьке тебе обратиться. Пожалей меня, Зорька ясно. Пожалей меня, солнышко красное. Дай кончить вязание, не то будет мне наказание. Мачеха все косы повытеркает. Благодарствую, Зорька ясная. Петушок золотой гребешок. Спасибо тебе, Петенька. Успела. А почему солнышко и петушок послушались Настеньку? Ну, потому что они знали, что у Настеньки доброе сердце. И она никогда никому не причинит зла. Как ты? Не уезжай, пожалуйста. Рада, мы будем очень скучать. Не уезжай, пожалуйста. Ну, милые мои, я же не навсегда уезжаю. Я только на лето. И обещаю вам каждый день звонить. А осенью мы будем все вместе с вами гербарий собирать. И песенки петь. Ну вы чего? А вдруг, когда ты приедешь, нас уже заберут. И мы больше никогда не увидимся. Тонечка, я вас всех обязательно найду. Обещаю. Рада, не забывай нас. Рада, не забывай нас никогда. Мы тебя очень-очень любим. У нас для тебя есть подарок. Ой, идите сюда, мои хорошие. Будем очень скучать. Не забывай нас, приезжаем в гости. Мы тебя спасибо большое. Любим. Какие красивые. Я вас никогда не забуду. Это все, что возьму я с собой. Понимаешь, Кирилл? В последнее время ты так подружился с Марком, что мы с папой по тебе соскучились. Только по тебе настоящему. А поступление? А почему ты вдруг об этом спросил? Вот у Марка давно все забронировано. А ты себя ищешь? Мы решили тебе помочь. Здесь? Здесь помочь? Чем? Это уникальное место. И пока я пишу диссертацию, у тебя будет время обдумать свою жизнь. Я в аду. Ты в раю. Посмотри, это прекрасное место. Я точно твой сын? Абсолютно. Не сомневайся, я просто хочу, чтобы ты побыл здесь со мной. И подумал о своем поведении. А как же мое лето? А что твое лето? Тебя ждет прекрасная встреча с дикой природой. А тебя что ждет? Состояние популяции и динамика населения пятнистого оленя Нижегородской области. Жесть. Что, не нравится? Нет, но если я задумаюсь, а поведение я буду отпущен? Но ты же попал в свою ловушку, а не в мою. Подожди меня здесь. Алло, Марк, привет. Здорово. Бали нас ждет. Да я не поеду на Бали. В смысле? Мне мама трудовой лагерь устроила. Вообще никак не решить это. Нет, ну ты, конечно, можешь с ней поговорить. Но я не уверен, что у тебя получится. Так, давай я приеду и все решим. Да, давай. Попробуешь меня вытащить. Так, все. Завтра буду. Раз, два, три. Договорились. А хотя... Знаешь, я, наверное, здесь останусь. Давай, пока. Дорогие ребята, добрый день. Вы приехали к нам в гости на экологическую тропу, которая называется Копорье. Мы здесь профессионально занимаемся разведением пятнистых оленей. А чем вы их кормите? А кормим мы их специальным кормом, мелкими веточками. Также мы подкармливаем диких животных, это кабаны, лоси, ну, всех тех... Я вам еще позвоню, пока. Привет. Меня зовут Кирилл, а тебя как? Я рада. Ты тоже волонтер? Да, конечно. Так ты опоздал. У нас уже инструктаж по технике безопасности закончился. Ничего страшного, зато я увидел твой концерт замечательный. Да это не концерт, это просто репетиция. Мы еще можем лучше. Да, тогда позовешь? Хорошо. В следующий раз ты первый приглашенный. Спасибо. Также мы здесь занимаемся еще и охраной животных от браконьеров. К сожалению, к 2000 году браконьеры истребили всех пятнистых оленей на территории нашей области. В настоящее время численность оленей, которые у нас находятся внутри вольера, составляет 92 единицы. А те, кого мы выпустили, находятся в природе. Их уже около 270 штук. Вы готовы пойти со мной? Да! Идем? Да! Пошли! А ты давно приехал? Да нет, только сегодня. Пойдем. И, кстати, предупреди инструктор, что ты опоздал. Да, хорошо. Ну, пошли. Пойдем.
Там на песке, где остался июль, улыбки в бездонных глазах. Там на песке я тебе допою все то, что недорассказал. Там на песке я к тебе вернусь, чтобы спросить, зачем. Там на песке я возьму твою грусть и отпущу совсем, совсем. Рада? Это я тебя должна благодарить, что мой сын волонтером стал? Да нет, конечно. Кирилл просто был очень расстроен, что опоздал. А я сказала, что никогда не поздно, и можно обратиться к инструктору. Кирилл расстроен. Давайте не будем продолжать эту тему. Здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте. Кирилл, Рада, я предлагаю вам пройти в ветеринарный кабинет, взять подкормку и пойдем к оленю. Полина Андреевна, пойдемте с вами поговорим. Хорошо. Пойдем, Кирилл, я знаю, где это. Да, пойдем. Мне тут очень нравится. Просто тут так красиво. Вообще, моя мечта — привезти сюда ребят из детского дома. Мы даже свой отряд организовали. Компас. По-моему, слишком простое название — компас. Простое? Для меня компас — это не просто то, что помогает найти правильный путь. Компас для каждого человека разный. Это может быть книга, дело или человек. Главное, чтобы это помогло тебе найти выход. Ого, да ты девушка-философ. А в детском доме ты тоже волонтеришь? Вообще, я там выросла. Выросла? Ну да, что тебя так удивило? Просто ты такая красивая и умная, я думал, что… Что там все страшные и тупые? Для меня люди определяются не потому, откуда они, сколько они зарабатывают и вообще где работают, а потому, есть ли у них сердце или нет. Не знаю, есть ли оно у меня. Ну так отыщи его, и ты узнаешь. Кирилл, ну что за дела? Ты меня звал, звал и не встречаешь. Привет. Или ты был еще тогда не знаком с самой красивой девушкой на земле? Привет. Познакомься, это Рада. Очень приятно. Меня зовут Марк. Лучший друг Кирилла, между прочим. Мне тоже очень приятно. Привет. Замечательно, что у Кирилла такие друзья. Какие? Ну вы же тоже волонтером приехали работать. Конечно, и волонтером, и работать. Это вообще мои любимые слова. Правда, дружище? Кстати, это я им посоветовал сюда приехать. Да. Значит, вы знаете наш край? Да, очень хорошо знаю. И природа, и фауна, что ты? А вымирающая редкая русская выхухоль? Ничего тебе не говорит это слово? Никогда не слышали. Понятно. А бескультурные туристы? Это же вообще отвратительное зрелище. Здесь всегда нужна помощь. Поэтому я Кирюшу сюда и позвал, чтобы он подумал не только о себе. Значит, вы останетесь другом? Да, с удовольствием остался бы. Но, к сожалению, я завтра улетаю. Улетаю в Африку, а точнее в Эфиопию. Да. Спасать людей от жажды. Долг зовет. Слушай, ты не против, если мы чуть-чуть переговорим? Да, конечно. Я тогда пойду к ветеринару за подкормкой. Кирилл, ты меня здесь подожди. Да, конечно. Спасибо. Здравствуйте, я от Вадима Анатольевича за подкормкой для оленей. Здравствуй, а я тебя ждал. Вот тебе банка, она тяжелая. Ой, давайте сюда.
Ты сама сможешь донести? Правда тяжелая. Ну, ничего, меня там ждут. Спасибо, до свидания. Пока. Я же понимаю, что тебя здесь держат. Время не упущено, твоя коллекция пополнена. Выбор, конечно, странный. Ну, окей. Она не входит в мою коллекцию. Ну, хорошо, тогда я остаюсь. Ты уверен? Я бы тебе не советовал с ней связываться. А чего так? Она детдомовская. Точно не возвращалась? Да нет, я говорю тебе. Мы шли с ней вместе за подкормкой, потом встретили Марка. Мам, не кричи, пожалуйста. Слушай, а чего ты так переживаешь? Чего ты так суетишься? Ты же говорил, что она тебе не нужна. Когда я говорил, что она мне не нужна? А кто говорил, что она детдомовская? Забыл? Я просто хотел защитить ее от тебя. А я просто хотел убедиться, что ты слабак. Убедился? Да, здесь становится совсем не весело. Кстати, если тебе интересно, она побежала в лес. Две мечты до печали стакан. Мы воскреснем. Да дошел от нее! Нет! Я не знаю. Нет! Зачем тебе дам? Правит мою дорога война. Ты не плачь, если можешь прости. Жизнь не сахар, а смерть нам не чай. Отпусти ее! Отпусти! Пусти! Пусти! Рада! И прощай. Рада! Пусти! Прости! Прости, пожалуйста! Прости, я правда не хотела. Я знаю, что ты не виноват. И вообще, нет хорошей жизни, стала бродячей. Прости, пожалуйста. Хорошо, что у меня с собой вода и аптечка. Не бойся. Все будет хорошо. Нас найдут и вас всех вылечат. Тебя я назову рыцарем, и ты будешь всех защищать. А ты? Ты будешь звездочка, и будешь бегать в лесу с мамой и папой. И все будет хорошо. Я тебя познакомлю с нашим отрядом «Компас». Там очень хорошие дети, и ты должен их защищать. Пожалуйста, у нас еще очень много планов на жизнь. Мы должны выжить. Костя, ты все правильно сделал. Он выживет, все будет хорошо. Ты сама-то как? Идти сможешь? Ну, нет. У меня нога болит. Кирилл, бери Раду, иди на базу. А я пока останусь с оленями. Да-да, хорошо. Давай аккуратно. Осторожно. Давай. Я держу.
прости меня. Прости меня, я смолодушничал. Я знаю. Марк все устроил, чтобы... А, да нет, не надо. Вся жизнь — это проверка. А если бы он не приехал, мы бы и не знали, чего стоим. Правда? Главное, чтобы они сейчас выжили. В конце августа нам с Радой удалось привести отряд «Компас» в заповедник. Рыцарь выздоровел и стал полноценным членом отряда. А я был благодарен маме, которая меня сюда привезла. Этому удивительному месту, единственному в мире. И Раде, которая помогла найти мое сердце. Отряд «Компас», ну что, все на месте? Да! Рыцарь, ты всех привел? Ну что, отряд «Компас», вы готовы увидеть чудеса? Это сумерки, зажги в них свет. Я хочу видеть все, что скрывает ночь. Мир вокруг тебя меняет цвет. И мы как магниты, следом за ним точь в точь. Подойди ко мне, стань ближе, сердце твоего. Летний. Мы как близнецы похожи, кровь одна течет под кожей и наши улыбки. My friend, with me. А ты раскрой свое сердце, по песку и по...